Ровно за месяц до 10-й юбилейной премии телеканала РУ-ТВ мы в прямом эфире торжественно и с должной ноткой пафоса назвали имена артистов, которые оказались в числе номинантов премии. Итак, 11 номинаций, и вы уже можете начать голосовать и поддерживать своего кумира. Звездный марафон номинантов открыли ведущие церемонии Регина Тодоренко, Тимур Родригес и Дима Красилов. Знаменитости уже готовятся и точно знают, что этот праздник будет просто пушка. Луисел, я постригусь прямо на сцене. Ой, можно я тебя буду брить? Я сейчас шутила, я шутила. Ладно, мы просто сбреем брови. Тем более у нас есть консультант, как это делать уже. Джига, привет! Одним из первых в прямом эфире свое имя в числе номинантов услышал Дима Билан. В этом году он вновь может оказаться лучшим певцом. Если ты уважаешь своих поклонников, конечно, ты не можешь отказываться от наград. И, конечно же, я хочу их получать и надеюсь, буду. А поборется за победу артист с Максом Барских, Сергеем Лазаревым, Артуром Пирожковым и Валерием Меладзе. Нет, у меня нет конкуренции, вообще, я вообще не боюсь ничего. Если ты уверен, что ты певец, что ты лучший певец. Посмотрите, сама вселенная тебе потом показывает. О, смотри, это твоя фотография? Точно. Ну ты же сам говорил, что ты лучший певец. В номинации «Лучшая певица» тоже жарко. Лобода, Зиверт, Аня Лорак, Полина Гагарина и Мария Краймбрери. И только твоя задача сделать правильный выбор. Артик Асти вновь готовы побороться за «Самовар» как лучшая группа. В прошлый раз они уже забирали эту награду. А кому она достанется в этот раз? Им же, от студио, двум Машам, группе «Пицца» или Филатову и Кэрос. Мне кажется, это невозможно не воспринимать как радость. Тебе медальку дают за то, что ты постарался. Каждый раз это новые труды, новые песни, новые старания. Конечно, когда каждый год тебя признают, и когда ты можешь победить и побеждаешь, это бесценно. В лучшем старте борьба среди молодежи. Джонни, Добро, Нилетто, Хабиб или Ваня Дмитриенко? Кто? Решайте вы. Джонни. Джонни очень хороший парень, он интеллигентный. Несмотря на то, что он артист и набирает популярность, он... Ну, во-первых, он поет душевные песни о любви. Ну и вообще он хороший парень. Какую песню мы пели весь прошлый год? Какая станет лучшей? Узнаем 22 мая в Крокус-Сити-Холле. Ну а пока можно голосовать. «Девочка, танцуй», «Любимка», «Мой», «Юность» или «Песня Эмина». Выбор сложный. Но мы не всегда были номинированы. Мы к этому старательно, усердно, упорно шли, трудились. Вот, и поэтому, наверное, номинированы. Но еще я думаю, что Боженька нас любит. С этого дня начинается борьба. Поддержать своих кумиров, проголосовать, узнать все номинации. А главное, купить билет на премию можно на нашем сайте ru.tv. Увидимся 22 мая в Крокус-Сити-Холле.